ведущий Real Drive и Sir Max. К нам пришло очень много ответов на наш прошлый конкурс по Денди. Сегодня мы разыграем их на Лототроне. Также вы присылаете нам очень много рисунков. Такие рисунки, как Том и Джерри, нарисовал у нас, сейчас, секундочку, Хузин Марат, извиняюсь. Вот этот прекрасный. Мне вот этот рисунок больше всего понравился. Так у нас Том в трусах таких семейных. Также нарисовал он Титаник. И это у нас Mortal Kombat. Вообще, конечно, ребята, рисуйте рисунки, пишите письма. Это все у нас остается в нашем бонус-клуб-музее. А что мы сегодня будем смотреть? А сегодня будем смотреть новые игры на Sony PlayStation. Это великолепная бродилка RPG. Это игра круче Colony Wars. Все, наверное, играли в Colony Wars, Colony Wars 2, Blast Radius. И Ghost in the Shell, Призрак в раковине. Потрясающая стрелялка на пауке танки. Tekken 3. Великолепный файтинг. Все, наверное, играли его, а это теперь на русском языке. И Armored Core 2. Продолжение замечательной стрелялки. Кстати, насчет Armored Core 2. Кто играл в Armored Core 1, тот, наверное, знает то, что если у вас сохранился сейф, когда вы там набрали большое количество оружия, вы его, пожалуйста, не стирайте. Когда у нас купите или приобретете Armored Core 2, вы можете вспомнить свой сейф, и у вас оружие, которое были заработаны тяжелым трудом в первой части, останутся, и вы сможете им пользоваться во второй части. Ну что ж, давайте приступим к просмотру, а дальнейшие новости мы вам скажем попозже.通せん。通行証、そんなもの知るか。力ずくでも通してもらう。 Thank you.
ты победил. Раунд один. Бой. Ты победил. Раунд один. Бой. Раунд два. Бой. Ты победил. Итак, а сейчас мы подведем итоги нашего конкурса. Почему-то никто не прислал нам письмо по конкурсу на Sony PlayStation, не прислали правильного ответа на Sega, но прислали зато очень много писем на Dendy. И еще я хочу сказать Газизову Вадиму, к сожалению, от нас не зависит время, во сколько выходит передача. Так что постарайся или записывать ее сам на видеомагнитофон, или просить друзей. А сейчас мы разыграем на Рототроне наш конкурс на Денди. Итак, Сермак. Открываем шкатулочку, кладу письма. И кто же у нас будет победителем? А сейчас мы узнаем это через минут так это одну. Вот. Закрывай глаза. А то некоторые говорят, то, что мы разыгрываем, все нечестно. Вытаскивай. Я с нетерпением жду, кто же у нас победил. Итак, у нас победил Аюпов Айрат. Итак, приходи в бонус. Со своим свидетельством о рождении. И, конечно же, ты получишь приз. Мы тебя поздравим. И, короче, приходи. А что у нас в дальнейшем? В дальнейшем у нас будет... Конкурсы. Конечно же, как обычно, конкурсы на 8-битку, на 16-битную платформу Sega Mega Drive и на Sony PlayStation. И еще, дорогие геймеры, не забывайте о том, что теперь мы принимаем ответы только в письменном виде по адресу Аксакова, 94. Не надо звонить, пожалуйста. Да, и что касается насчет конкурса, насчет Sega, написало два человека, Чепурнов Денис и Тимохин Дмитрий. Они написали нам просто бесконечные комбо у Нутсайбета, но... Там было 4 вопроса, понимаете? Поэтому вы уже, как говорится, на конкурс полностью не ответили. Ну что ж, давайте будем следующего ждать конкурса и узнаем, что же у нас будет там. А конкурс у нас будет сегодня опять же на 3 платформах. То есть на Денди, на Сеги и, конечно же, на нашей дорогой Sony PlayStation. Вот. На Денди у нас сегодня будет такой конкурс. Все играли, наверное, в игру Том и Джерри, а как в ней поставить бесконечное количество жизней. Тот, кто напишет нам, конечно же, тоже получит приз. Второй у нас вопрос будет на Сегу. На Сегу по Mortal Kombat 3. Как кинуть Сайрекса 2 раза? Это второй вопрос. А третий вопрос нам скажет Real Drive. А конкурс на Sony PlayStation будет сегодня очень оригинальный. Все, наверное, играли в игру Gran Turismo. Любая версия, не имеет значения, японская у вас версия или английская. Напишите нам письмо, в котором вы укажете количество денег, да-да, именно денег, которые у вас имеются на карте. И если вы окажетесь по итогам победителем, то вы должны будете принести эту карту в бонус и показать нам это. А сегодня новости будут такие у нас. То есть... Это уже не новость, но все уже многие знают, но для кого-то будет все-таки это и новость. У нас в ДК «Авангард» открылся игровой зал. А также на восьмиэтажке магазина есть такой «Ритм». Там у нас тоже открылся филиал. И еще одна очень большая новость. У нас в субботу ожидается завоз «Tomb Raider 3». Все, наверное, хотели в нее поиграть давным-давно, так что можете приходить. И также у нас завезут Sony PlayStation. Sony PlayStation такая редкость сейчас в Уфе, но она анонс будет в субботу.
Так что приходите в субботу и выбирайте, что вам нравится. Кроме Tomb Raider 3 будет еще много интересных игр. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Всего хорошего. Пока. Счастливо.